Продолжил положительной практикой выявление нарушений в сфере ценообразования на предоставление коммунальной услуги, в частности, на отопление. Прокуратура города в связи с обращением граждан приняты меры, направленные на перерасчет оплаты за отопление. Прокуратура города проведена проверка по факту роста суммы оплаты за отопление, начисленной гражданам города Балакова за январь 2017 года. Вы знаете, что граждане обращались, вы, наверное, почувствовали, что у нас слишком завышенные приходили счета на оплату. Проверка показала, что ситуация связана с снижением средней температуры воздуха до минус 10 градусов в январе и до минус 13 градусов в феврале, обусловившим необходимость поддержания средней температуры теплоносителя на уровне плюс 89, плюс 94 градуса. Вместе с тем выявлены не единичные случаи отклонения от заданного режима по температуре воды и несоблюдения нормативов, определенных соответствующим приказом Минэнерго России. Руководитель территориального управления по теплоснабжению Балакова, филиалу соответствующему Саратовскому ПАО «Т-плюс», внесено представление, которое 26 апреля 2018 года рассмотрено с участием представителя прокуратуры, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В настоящее время, в частности, в отношении ПАО «Т-плюс» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.6 Кодекса административных правонарушений по данному факту. В настоящее время постановление по данному делу административного правонарушения находится на стадии рассмотрения.